Здравствуйте! Спасибо, что смотрите канал ⁇ Сумерки богов ⁇ Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Ну вот и закончилась январская безвременье в нашей театральной концертной жизни, и на Москву навалилась огромная череда гастролей разных коллективов. Уже выступили Валерий Гергиев с Маринским театром и Теодор Курензи с балетом и оркестром Пермского театра. Ну а завтра нас уже сегодня нас ожидает концерт Анны Нетребко. Про концерт Анны Нетребко я рассказывать не буду, потому что не собираюсь на этот концерт. Я бы, может, сходил еще послушал саму Анну Нетребко, все-таки певицу высокого уровня. Но дело в том, что в довесок к ней все время прилагается средний руки тенор, а вот за это платить деньги уже не хочется. Поэтому мой сегодняшний рассказ о Мариинском и Пермском театре. Валерий Гергиев появился во всем своем блеске и привез оркестр, хор и солистов Мариинского театра, чтобы показать в Москве оперу, которая здесь не идет, а именно Симон Баканегро Верди. Опера, которая до сих пор вызывает споры, насколько она великая, можно ли ее сравнивать с такими шедеврами Верди, как Отелло или Фальстов. Оркестр, под управлением Валерия Гергиева появился в Москве и предстал в своем лучшем виде. Я вообще хочу сказать, что Гергиева нужно чаще слушать в Москве или в других гастрольных поездках, потому что, мне кажется, когда он выступает в Петербурге, то там происходит как раз история такая, что ему не хватает времени на репетиции, слишком много дел в Мариинском театре, поэтому зачастую там все менее гладко выглядит. В зале Чайковского оркестр и хор звучали очень прилично. Мне не хватило некоторое количество нюансов, которые я совсем недавно слышал э, вот на таком спектакле в городе Мюнхене, где дирижером был, в общем, не настолько известный у нас и котирующийся менее Гергева Бертран для БиИ. Но, тем не менее, оркестр играл с большим количеством нюансов, и это опере. Верди придавала какой-то особый шик. Здесь в выступлении Петербуржцев мы видели то самое, что так любят у нас в стране. Большая звуковая масса, я бы назвал это крупным помолом, без особых нюансировок, но большие хоровые сцены, массовые, звучат мощно, монолитно и производят впечатление на публику, особенно в нынешней акустике зала Чайковского, где все очень громко звучит. Беда небольшая была, конечно, с солистами, как всегда, потому что Гергиев пытается обойтись солистами своего театра. Мне кажется, это не всегда удачный выбор. Во всяком случае, на этот раз э, не буду называть фамилии, но баритон все время кричал вместо того, чтобы петь. Тенор немножко рано умер, не дожив до финала. Бас как будто заскочил случайно в эту оперу Верди из Хованщины. Лучше всех была нынешняя Примадонна театра Татьяна Сержан. Она в последние годы много выступает на сцене Мариинского театра. Раньше она выступала на сценах и других прославленных театров. Сейчас это делает все меньше, все больше отдает предпочтение Мариинскому театру. А, как, Партия Амелии – это, безусловно, ее роль, она с ней очень хорошо справлялась, хотя мне показалось, что тоже без особенного блеска. Ну, в общем, Состав певческий мог бы быть и лучше, но в целом суммарное впечатление от выступлений Мариинского театра в Москве было неплохим. И только что я вернулся с выступления Пермского театра, который открыл фестиваль «Золотая маска» показом балета «Золушков». В оркестровой яме был Теодор Курензис, а постановщиком этого спектакля является главный хореограф театра Алексей Мирошниченко. Выступление Курензиса сегодня вызывает намного больше интереса, чем выступление того же Гергиева. Надо сказать честно, что Бамон был на порядок выше на этом выступлении в Театре Станиславского и Немировича Данченко. И вообще мы понимаем сегодня, что я писал об этом несколько раз, что Курензис – это такой Гергиев сегодня. Да? Путь, который проходил там 15-20 лет назад Валерий Герги в нашем обществе, в нашей культуре, он сегодня абсолютно точно повторяется Теодором Курензисом. Это обожание публики, это большой интерес и отсутствие прямой критики среди журналистов, среди экспертов. Все время используется такая фраза, такой девиз, а кто еще у нас лучше этим занимается? Поскольку любая история повторяется дважды, но первый раз как трагедия, а второй раз как фарс, то каждый приезд Теодора Курензиса в Москву сегодня это действительно настоящий фарс с безумными ценами на билеты с толпой людей, которые никогда в жизни не ходили на выступления классических музыкантов, а сейчас не пропускают ни одного выступления Курензица. После каждого концерта этого коллектива с этим дирижером мы читаем множество отзывов в Фейсбуке, где люди говорят, я не слышал никогда такого Малера, я не слышал никогда такого Шостаковича, хотя люди никогда не слышали в принципе музыку Малера или Шостаковича. Но дело даже не в этом. Дело в том, что Страна-то у нас балетоцентричная. И даже Гергиев это хорошо понимает. Сегодня на пресс-конференции по поводу пасхального фестиваля он сказал, что этот год он тоже посвящает Мариусу Питепа. Вот и Курензис приезжает регулярно в Москву с балетами, не только с концертами. Правда, балеты это зачастую выглядят странно. Действие спектакля Золушка перенесено в 50-е годы во времена Хрущевской оттепели и рассказывает историю любви, балерины большого театра и заезжего французского танцовщика. Роман этот в грубой форме прекращается агентами КГБ и девушку ссылают э, навсегда выступать, как вы понимаете, в пирм. Спектакль этот, увы, выглядит мало талантливым, зачастую новый сюжет абсолютно не совпадает по настроению с музыкой, хотя, конечно, на Теодор Курентис в качестве и балетного дирижера претендует на звание лауреата «Золотой маски», но даже ему не удается извлечь максимум из музыки Прокофьева, ведь дирижировать ему приходится под ножку. А спектакль Мирошниченко грешит большим количеством пантомимы. Здесь вообще мало танцуют, здесь в основном демонстрируют совершенно другие таланты. Мирошниченко хочет реабилитировать драмбалет, но получается это у него порой очень топорно. Вообще, звериная серьезность, с которой люди пытаются поставить пародийные пляски Фурцева или Хрущева, мне показались вообще чрезвычайно глупыми. В спектакле очень много бытовых моментов, что свойственно драмбалету. Но сегодня выглядит дико, особенно с учетом того, что прекрасные кульминации музыки Прокофьева теряются на какую-то ерунду. То балерина долго завязывает пуанты на сцене, то Хрущев стучит ботинком по трибуне. Как-то все выглядит это немножко банально, а иногда и глупо, когда танцуют работники Комитета государственной безопасности. Ну, что делать? Таков взгляд художников Пермского театра на это произведение Прокофьева. Вообще в зале было очень много людей, шокированных тем, что они увидели. И, как вы понимаете, меня как раз не пугает то, что сюжет этого спектакля современен и перенесен совершенно в другую эпоху, нежели у Прокофьева, и вообще рассказывает о другом. Вопрос только в таланте постановщиков. Мне кажется, на этот раз музыка Прокофьева пропадает в туне, даже когда за дирижерским пультом такой талантливый человек, как Теодор Курензис. Вот такие два события показались мне важными на этой неделе. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете всегда в курсе самого интересного в мире музыкального театра.